Босс, угомонись. Так. Я убрал все, что здесь было. И сделал чемоданы. Ну как сделал? Я вернулся в начальную локацию. Самое начало. И там были коробки почтовые. И я решил это, а что это, я их заберу с собой. Начал их разбирать, и с каждой выпал по чемодану. И в итоге, короче, ни один чемодан я не сделал. Все, что есть, это я все нашел просто в самом начале. Все с первой базы все забрал, все сюда переложил. Сейчас поймаем дзен, что ты начинаешь? Так, что нужно? А, нужно вот это еще выкинуть. Ненужная хуйня. Так. А, вот это тоже еще надо. 7. Выкинуть. Дрель. 6.20. Окей. Так вот. Эрли, что надо делать? Что надо делать? Вот эту хуйню надо делать, да? Что мне нужно? Генератор. Ой. Генератор. Щелочь, электроника, 2 металла, проволока. Нет, я пытался лететь. Еще. Щелчь. Генератор. Спасибо. Так, два индуктора. Как индуктор делается? 2 металла, 2 пластика, 4 проволоки. 2 металла, 2 пластика, 4 проволоки. 2 металла, 2 пластика, 4 проволоки, правильно? 3, 4. Ну, мне 2 нужно. Ну, как удобно стало, да? Индуктор. Смола и 2 титана. Титан. Смола. Титан. Так. Он будет лучше хоть вообще, а то я сейчас соберу. Старевший. Нам будет лучше, по-любому. Так. Паум. Выкинь этот бульбулятор. И, собственно, все, да? Место есть вроде в ящиках. Еще могу еще один ящик собрать. Ладно. Что у меня слот свободный? Что там было? Бесконечный лум. Угу. Итак, едем на Нормандию. Пойдем посмотрим. Ну, я что-то пока не чувствую разницы.
Хотя, чуть побыстрее. Чуть побыстрее. В смысле, вернее, подольше. Туда еще сгонять. Хотя в любом случае наверняка нам придется возвращаться. У меня нету никакого транспорта, кроме ракеты. Нет, она про Майнкрафт говорит. Тихо. Арш. Ты, ебану мать. Да ты, блядь, залезь. Да ты заебал, ну что ты так высоко подлетаешь-то? Так, сейчас кислород восстановится. Дальше шмальнем. Нам еще лететь и лететь. Я надеюсь, на Нормандии есть кислород. Так, меня что-то током ударило, судя по всему. У меня, сука, один кислород. Надеюсь, хватит. Обломки. По моим расчетам, следующее понижение радиации произойдет через 17 часов, когда перегреется оболочка ядра. Понижение будет значительным и продлится от 3 до 10 секунд, после чего произойдет взрыв и нас распылит на атомы. В связи с этим рекомендуется поторопиться. Слышь, блядь, шутник. Охуенные шутки у тебя, я тебе так скажу. Шепард. Если я не ошибаюсь, впереди разгонная транспортная станция. И, видимо, именно ей планировали воспользоваться для эвакуации Нормандии, хотя это вряд ли возможно. Эти станции помогают набрать начальное ускорение мелким судам при отлете от лайнера, но для дальних перелетов они бесполезны. Шепард, что стало с Нормандией, заявил? О, нет. Один вопрос. Откуда здесь столько поврежденных гробов? К тому же у этих гробов есть конечности, оружие и, без сомнения, активный блок искусственного интеллекта, судя по слабым сигналам от их останков. Честно говоря, даже не хочется знать, что все это значит. Похоже, команда Нормандии героически погибла, сражаясь с гробами, что не соответствует никакой логике. С другой стороны, фактор большинство систем корабля функционирует в штатном режиме, но потребуется немного поработать, если мы хотим улететь. Все, это уж больно похоже на мой первый корабль. Умрите, пожалуйста. Нет. Капитану Нормандии от злейших врагов. Ну, это реально Шепард. Ага. Ага.
Спасибо. Я сейчас что-то думаю, что-то какая-то музыка странная играет. О, щет. Угу. Угу. Штурвал разбит. В остальном тут все в порядке. Мы теперь можем собрать штурвал. Это курс автопилота Нормандии. Без живого капитана мы его изменить не сможем. Никак, даже ломом. Хотя маловероятно, что капитан рассчитал такой сложный маршрут просто так, и нам вообще следует его трогать. Мне нужно время для анализа. Мне тоже. Блок контроля. Система фильтрации. Навигатор. Так, а где мне все это делать-то? Блок контроля. Система. Хоть, блядь, отметилось бы, что ли? Это что за какой-то бред? Это что такое? Что там такое? Штурвал я могу сделать, это не проблема. Ну, то есть... Мы теперь знаем, как его делать. По крайней мере. Штурвал. Индуктор, 4 титана, 4 смола, 2 электроники. Электроники, скорее всего, нет. Нужно искать электронику. В особом темпе. Индуктор? На индуктор, по-моему, тоже нужна электроника. Нет. На индуктор не нужна электроника. Это хорошо. Ну ладно. Зачем все строилось, если все есть? Система фильтрации. Нужны чертежи. Как минимум. Эх, тачанка, растачанка. Ты, может, просканируешь? Гроган Варвар. Трясающий фильм. Человек-качок из расы Гроганов. В детстве, если на помойке обнаружишь выброшенные люминесцентные лампы, мы всегда играли в Грогана и бились световыми мечами. Было весело. Особенно... А осколки из мягких мест вытаскивать. Да, согласен. Ну, блядь, отсканируй, пожалуйста. Ну, вот же она, блядь, машина, ну, серьезно. Ты что бесишь-то? Почему ты не сканируешь? Отсканируй, пожалуйста, тачку. Ты издеваешься? Сломанный двигатель. О, бля. Без ремонта тут не обойтись. Мне прям целый двигатель надо собрать или что? Что если да, я прям не представляю, как я это буду собирать. Привычка делать селфи до добра не доведет. Кстати, почему мы еще не нашли ни одного фотоаппарата? Бластер. Подожди, он что, бластером в глаз себе выстрелил? Не, ну это определенно селфи делал чувак. Почему это нельзя открывать?
Щелочь. Щелочь тоже нужна. Тихо. Это откуда-то вылетело, что ли? Здесь что? Обратите внимание, гроб почти не пострадал. Поковыряем его. Сложно подобное назвать. Название... Чё? Сложно подобрать название этой штуковины. Подобные разработки никогда нигде не упоминались. Больше всего это похоже на небольшой компьютер с какой-то жижей внутри. То есть реально гробы. Гробы воевали с кем-то. Рабы с кем-то воевали. Я в растерянности. Рабы с кем-то воевали. Кстати говоря, пусто. И спать можно. Но мне не нравится, что здесь еды вообще никакой нет. Если что-то кончится, еда какая-то, это все, это привет. Пробоина не опасна, но из-за нее на корабле будут проблемы с герметизацией жилой зоны, в связи с чем все оставленные без присмотра вещи улетят в открытый космос во время перелета. Советую использовать сертифицированные камеры для хранения. Через это пройти можем? Через это поле? Надеюсь, да. Че здесь? Великолепно. Очень ровно. Да. Я же на инженера учился. Лет 17. Отсюда такая вот. Да. Угу. Отсюда я настолько хорош. Да ты что думаешь, из ниоткуда все берется? Я просто хорош. Почти готово. Бля, вот это моя лучшая работа, блядь. У меня только один вопрос. Почти готово что? Почти готово что? Ага. Это не валяшка? Самая экологически чистая игрушка столетия по версии межгалактического объединения экопатриотов. Особый биопластик, органическая краска с уникальной формой делают Гретту практически несъедобной. Интересно, что производство одной такой игрушки вырабатывается в 30 раз больше опасных отходов, чем на обычной пластиковой неваляшке. Ну, на ней этого не написано. Действительно. Тихо. Чинитель, блядь.
Нужно обследовать всю эту бильберду, которая здесь есть. Во-вторых, надо поесть. Орудий на таком челноке быть не должно. Видимо, для Нормандии сделали исключение. Думаешь? Ага. Okay. Так. Два льда. Не, я реально удивлен, что здесь нет воды никакой. Это квадро странно. Он точно не сам сюда воткнулся. Что-то реально какое-то восстание гробов убийц было. Что там такое? Похоже, что погибший пытался в спешке обезвредить гроб, начиненный гречкой. На взрывчатку это мало похоже, а вот на контрабанду крупы вполне. Золотой стандарт, гречка. Крупа гречневая, ядрица. Быстро разваривающаяся. Легендарная гречка возвращается на полки избранных магазинов вселенной. Без сомнения, он. Легенда космических сил самообороны. Будьте осторожны, зыбучая текстура. Я должен идти? Что? Пропогубили немало героев. Это что? Это же Шепард? Евгения Пастушина. Уровень доступа наивысший. Она был собственный фан-клуб. Хотя что-то лицо этой фанатки сильно похоже на лицо самого капитана. Ну это они специально сделали стопудов. Мы же бы явно захотели бы посмотреть на лицо капитана, как он выглядит. А-а. Нельзя. Это окно, кстати. Надеюсь, хватит. Прекрасная работа. К сожалению, блоки управления станцией по-прежнему сломаны. Но есть и хорошая новость. Для запуска Нормандии они вообще не нужны. Я просто хотел вас чем-нибудь занять, пока делал важные расчеты. Вот ты скотина. Сомневаюсь в реалистичности этого сообщения. Крокодилы вымерли более 50 лет назад. Крокодил Лена ищет друзей. Слишком много вопросов у меня.
Как раз ем гречку. Ух. Так. Ну, я даже не знаю. Надо вернуться. А, во-первых. Навернемся. Вернемся. Разберемся, что там можно построить. Штурвал. Надо посмотреть, из чего делается. Там вроде ничего сложного. Ну, единственное, с электроникой проблемы могут возникнуть. Что у меня что-то не особо много есть-то. Набрал, блядь, бластеров. Ты видел? Жуть какая. Поехали. Было бы классно, если бы можно было корабль отвезти оттуда туда. Все было бы проще в разы. Это Алекс-Крас. Очки появились. Хорош. Очки появляются. На каком? На третьем месяце? Не помню. Строить какую-то там, там какая-то еще улучшенная станция была.
Это проверить. Изучение. Конечно, можем это изучить. И вот это вот тоже было бы неплохо изучить, но... Ну блин, так много всего. Электроника 4, компенсатор 2. Я столько электроники где возьму-то? Она же не бесконечна. Так, строительный этот где? Блоки. Улучшены коммуникации. Вот что это за срань? Что это такое? Все силы инженерных способностей. Тут и мощные насосы, и новая система фильтрации. Идеальное распределение электроэнергии через особый компенсатор. Все это написано маркером, поэтому работает. Добавляю кислорода. Электричество на станции. Электроника, титан, алюминий. Что это такое? Солнечная панель. Вау. Большое окно. Кухня. Стенд для скафандра нахер не нужен. Мне нужен... Кто мне нужен? А я сейчас скажу тебе, кто мне нужен. Мне нужен штурвал. А он не тут делается. Делается здесь. Так. Делает хуйню. Место убьем. Снаряжение. Предметы. Индуктор. 4 титана, 4 смолы, 2 электроники. Индуктор. Металл, пластик, проволока. Металл есть. Пластик. Проволока. И что, это все? Все, что было нужно? Серьезно? Две проволоки. Что-то у меня внезапно проволока начала кончаться. Что происходит-то? Слишком много индукторов. Ну. Так. Предметы. 4 титана, 4 смолы. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Я могу сделать штурвал. Вопросом остается следующее. Если я здесь штурвал поставлю, что будет? Я поэтому сохранюсь. А как штурвал? А его нельзя поставить, что ли, здесь? Я думал, можно поставить штурвал здесь, лол, нет? Это Ноксел. Чиним штурвал, вдруг что-то изменится. Ну, вдруг. Как ваши дела, как настроение? Нормально. Ну, а тебя как?
Неожиданное, да? Тоже нормально. Нет, тут вообще прекрасно. Хоть бы корабль полетел. Вот серьезно. Это был бы просто подарок судьбы, если бы корабль начал летать после этого. Но он вряд ли полетит, потому что там двигатель сломан. Как этот двигатель сделать, я в душе не ебу. Ну, это, конечно, тут есть маневровый двигатель. И вполне себе может быть, что это вот он и нужен. Но это не точно. Что делать я не хочу, вот тут слишком много всего надо. А вдруг я сделаю, короче, а это ненужная херня будет. Не хотелось бы. Хотелось бы лишнее говно тут собирать. И тратить ресурсы ценные. Что электроники вот так уже нету. По-моему, я последнюю вообще потратил. Это у меня столько щелчи. А, я что-то там собирал. Вот электроники бы у меня столько было бы, я был бы счастлив. Ну, и, сука, тут нету. Полететь должен долететь же, да? Я же долетал. А, ну. Еще 900 метров осталось. Навигация. Я просто, я сейчас даже ума не приложу, где все брать эти предметы. В строительстве их нету. Так. Штурвал готов и даже работает. Вероятно. Двигатель не исправил. Сука. Система фильтрации. Навигатор. Мне игра вообще ничего не говорит. Это очень странно. Маневровый двигатель требуется. Ха-ха-ха-ха-ха! Вот так бы сразу. Маневровый двигатель. Стоять. Стоять! Титанчик.
силу воду я соберу. Я бы еще электрику спер бы у них. Вся она есть. Да, она есть. Есть что? Еще есть? Насколько мне известно, агентство Брэссидж занимается захоронением трупов, а не их созданием при помощи роботов-убийц. Но эти гробы точно не подделка. Я уже теперь и не знаю. У меня теперь больше другой вопрос интересует. Вот эти вот куски металлолома, которые летают, почему они специфичного цвета? Почему именно оранжевый цвет гробов? Игра. Что ты на это скажешь? Усика. Да даже если она не скажет ничего по этому поводу, это очевидно. Все они гробы перевозили. Слушай, ничего и не придумаешь. Берем маневровый двигатель. Надеюсь. Посмотрим, что будет. Еще нужен бензин.
Уа-уа-уа. Самое время. Уа-уа-уа. Давай. Приляг. Подожди. Блин. Шавуха, прикинь. Это что, магнит? Лол. Опасность обледенения. Плюс 7 на улице. Да у меня дома плюс 2, да? Это был наш дедушка. Да они тут все какие-то похожие на нашего дедушку. Так. Так, шабуха. Пускай она будет здесь. Токен еще. Холодос. Холодос. Это классный холодос. Так, Дарик, дай-ка сюда. Вай. Раз, два. Три. Итак, нам нужен маневровый двигатель. Генератор. Компенсатор. Генератор. Щелочь, два очищенных металла, титан. Щелочь, два очищенных металла, титан. Это Зикур. Сделал пиу-пиу. Пиу-пиу! Компенсатор. Есть. Как дела, Зикур? Я про бластер. Я не буду стрелять. Делать мишуни нечего. Я уж стрелял за него. Ну и какой-то там. Вот, 37. Генератор. Щелочь, электроника, металла 2 и проволока. Щелочь, электроника, 2 металла. Я все перепутал, конечно, да? Нет, не перепутал.
Генератор. Предметы. Два пластика, титан. Два пластика. Титан. Два металла, четыре металла, четыре смолы нужно. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Снаряжение инструмента щуп. Чищенный металл, батарейка, проволока, алюминий. Ой, да ладно, пока. Щупать вроде пока никого не надо. Срался я. Привет, Салават. Заменим двигатель. А дальше как пойдет. Что интересно, значок один остался. Ну, это, конечно, явно не все. Что началось? Это вчера ж было, ну. В Silent Hill. С пришельцами. Вдруг боссман. А? Хватит за всякое. У него там этот щуп есть особый. Он делает им. Страшный. Что, простыл? Да, не то чтобы. Чуть продуло одну сторону. Сэрмен. За 2 года поменялось. Детка, боссман тебя схватит.
щупом. Ты перерыв делать. Чика, уходить, а ты танцевать. Я мешать твой танец. Хватать тебя щуп. Да, нос не чешись. Если боссман тебя укусит, ты станешь боссманом? Нет. Ты станешь деткой. Я проверил курс, проложенный капитаном. Информации недостаточно, но похоже, он сумел рассчитать путь через несколько раздонных станций прямо до ядра. Там мы сможем позаимствовать немного мощности для одного варп-прыжка и будем надеяться, что Нормандия его выдержит. Вот и все. Космос, мы идем. Стартуйте. А как же он? А как же мой мотоцикл? Ну, мотоцикл. Мы никуда не улетели, я так правильно понимаю? А нет. Wow. Прошу прощения за окно перезагрузки. Я плохо переношу резкие ускорения. Можем летать? По пути детали корабля были не очень нам нужны. В смысле? Какие детали? В любом случае, еще одно ускорение Нормандия не выдержит, как и полет в целом. Предлагаю найти место для стыковки и осмотреть челнок. Кстати, хочу отметить, что на таком небольшом расстоянии от ядра выход из челнока в открытый космос становится невозможным, если вы не хотите превратиться в желе. Твоя сигнал изменится. Ты что, лететь на Нормандия? Команда жив? Они убить тебя? Не верим. Ты должна захватить... Поза характерна для зрелого возраста. Либо ваша собеседница знает что-то такое, чего не знаем мы, либо она старуха. Корабль долго не протянет, но вы не торопитесь. Че там было? Не верим. Ты должна захватить управление и найти меня. У меня там столько ресурсов оставалось. Обосраться просто. И мы что, просто так оттуда улетели? Подходящее место для стыковки. Похоже на часть гаражного модуля лайнера. Может быть, там найдутся детали для Нормандии. Как мы будем стыковаться? Зёпой? Или ты сам пристыкуешься? Или сверху? Я снизу вижу корабль какой-то. Здесь установлена система аккуратной стыковки. Отлично. Или не очень аккуратной стыковки. Похоже, теперь двигатели отказали полностью, и до разгонной станции мы не доберемся никогда. Нахуй все ресурсы. До свидания, блядь, просто.
Сохраните настойку регистрации. Добро. Пройдите в центр, пожалуйста. Это не просто гаражный модуль, а уцелевшая диагностическая станция. Вот только по голосу не похоже, что она работает в штатном режиме. Блять, бластер с собой, я, блять, пальну нахуй. Случайно убит диагностической станцией. Других причин для такой травмы я не нахожу. Действительно, блять. Этот работник, видимо, видел смерть предыдущего и начал убегать. Не глядя, без шлема. Постоянно, много на ночь, да? Все воруем. Модуль гравитации? Что он? Свинец. Панель диагностики работает, хотя эта деталь явно лишняя. Знаю я тебя, блядь, и твои лишние детали. Ты заебешь со своими лишними деталями. Надо выкинуть. Давай выкинем. Хули лишнее же. Что это? Запрос диагностики. Тарик. Попробуй. Вставь обратно. Ну ты чего? Вставь обратно. А можешь еще прокрутить? Нет, ладно. Мне кажется, в таком состоянии мы от нее ничего не добьемся. Эта штука коротит ей мозги. А? Да что такое? Вставь обратно. Ты издеваешься? Вставь обратно. Живо. Да, козел. Это какая-то неправильная станция, но другой у нас нет. Излишки напряжения плавят ее схемы, нужно как-то привести ее в чувство. Я тебя в чувство приведу, трусы с каской, если не прекратишь лезть ко мне. Страннее искусственного интеллекта я не видел. Магнитной отмычкой. Кель добывать. Все, блядь. Это в смысле, блядь. Непроводящий кель. Ты сколько взял-то, блядь? Что, он пустой уже? Посмотри, я знаю. Здесь мы ничем не поможем. Придется поискать какие-нибудь элементы управления. Поищи лучше остатки самоуважения, пижама. Слышь ты, пижама. Сука, лучше ругательство. Кто-нибудь будет тебя обижать? Слышь, ты пижама! Ох, чую, сейчас что-нибудь строить будем. Что
такой большой корабль. Что-то каждые 2 метра вода лежит, чтобы не уставали люди, блядь. Тут легкой атлетикой занимаются просто. Ох, мать. Лифты не работают. Хотя во время пожара, землетрясения или самоистязания диагностической станции пользоваться лифтами все равно не рекомендуется. Лифты не работают, не работают, не работают, не работают, не работают. Бля, все не так просто, как всегда, блять. Осталось это до полуока. Скафандр что оставить, блядь? Но он мне. Тут наверняка все рассчитано. Можно сказать, что это мозг всей станции, и что-то этот мозг барахлит. Сам ты барахлишь, похоронный подгузник. Похоронный подгузник? Центральный процессор. Мне казалось, что такая хрупкая штука должна быть как-то защищена, а не просто торчать в полу. Куда хочу, туда торчу. Куда хочу, туда торчу. Консоль управления защитой процессора. Создать, установить купол? Нет, что-то не то. Купол процессора. Панель управления процессором. С нее можно перезагрузить всю станцию. Похоже, сперва придется снять излишки напряжения. Ясно. Кто-то снял защиту с процессора и пытался подключить его напрямую к гробам. Не знаю, зачем кому-то диагностика гробов, но результат очевиден. Плавленные блоки данных с гробов. По останкам проводов. Блоки были вырваны довольно грубо, в спешке. Это значит, что вырвавшийся и... Чего? Вырвавший их был груб и спешил. Чувствую себя Шерлоком. Угу. Они были грубо вырваны. В спешке. Кто-то их вырвал, был грубым и спешил. Гениально, сука. Только для сотрудников. Заперто изнутри. Да ну, мам. Постучи. Здесь должен был быть модуль управления голосом станции, а также фильтраторы речи. Может, поэтому она беспрестанно ругается? А может, это потому, что ты бесполезный, болтливый элемент одежды? А-а-а! Да где хоть что-нибудь-то? Известная песня, хотя, если честно, я не очень разбираюсь в музыке, поэтому судить о ней мне сложно. Слушать тоже сложно, но судить сложнее.
Игра говорит, сделай купол. Да, единственное место, где его можно сделать, это, блять, этот корабль, что ли, сам. Мы сюда приперлись, чтобы назад вернуться. Террас. То есть реально, да? Мне придется туда-сюда бегать. Потому что ресурсов нету. Заебцам. Заебцам. Да не нужна мне твоя кассета, босс. Бля, чуть не упал. Уезжали. Не, ну реально, каждый раз придется бегать туда-сюда. Ебать, дикость-то какая. Сейчас еще ресурсов не хватит. Сика. Придется бегать туда-сюда. Хитрить далеко. Бэкап Black Friday, самый ненавистный клип YouTube 2011 года. Интересный выбор. Добро пожаловать в центр диагностики. Да, пожалуйста, пройдите на стойку регистрации. Да, пройдите на стойку. Какую еще на стойку, блядь, чё? Так. Купол. Блять, их что, два нужно? Непроводимый гель, две штуки, свинец, четыре проволока, две. Места хватит? Блять, но он же не полный. Лол, но он же не полный. Но он же не полный. Не понял. Его наверняка два нужно. Сука. Я прям чувствую. Это отдай мне. Я не знаю, зачем это нужно. Больше ничего не было. Желтоватая вода. Можно было создавать. А, окей. Пожалуйста. Пройдите на стойку. Нет, не пройду. Шалун. Куча алюминия кругом валяется. Начинаю думать о том, что в начале игры гробы нас не просто так. Окучивали. На предмет получения информации от нас. Окей. Опять кончается этот. Так, бутылки хер с ним. Привет, Саню. Тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-пап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 а
давай. И чё? Использовать элементы управления. Панель управления неисправна. А, в смысле, нажать рубильник? Оставьте в покое мой процессор. Нет, не оставлю. Если нравится, значит мы все делаем правильно. Да, мы все делаем правильно. Жми. Ёкарный бабай, жми. Аккуратно. Что вы за люди? Похоже, незащищенный процессор вызывал перегрузки сети. Это должно немного помочь. Себе лучше помоги, хлам пропадевший. Хлам пропадевший. Нормально. Так. Воруем все, что плохо лежит. И все, что хорошо лежит. То, что нам все пригодится. Других ресурсов у меня, к сожалению, нету. Это Роман. Как дела? Наконец-то не космос, я сейчас сижу и думаю. Этот робот поврежден. Для работы станции он не сильно нужен, и лучше бы его как-то отключить. Вот этот, что ли? Это рычаги сброса оборотов ротора. Сильнее, оторви его. Не работает. Нужно нажать сначала левый, потом правый или отлично. У вас получится сломать ротор. Хотя это не важно. Жаль, что у вас не отлетел. Подсказчик хренов. Цензор. К сожалению, объект не может быть показан на территории вашей страны. Сложно сказать, кто пронес на лайнер такое. Если честно, ничего более отвратительного я не видел. Да и вряд ли увижу. Автор был явно болен на всю голову. О, господи. Нет, ты посмотри на это. Ой. Больной человек. Это Майнкрафт, блядь. Это как голова автора Майнкрафта. Похоже, это проход к блоку Алла. Отлично. Твою налево. Лампочка. Много всего валяется и, возможно, нужного. Скажу, здесь есть станок. Я все выкину прямо здесь. Oh. Вот тиу. Это, блядь, не к добру. Ты прямо очень сильно не к добру. Ладно, сохраняюсь. Опять перерыв сделаем, что сижу уже полтора часа.